Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. В студии Наталья Григорьева. И в начале коротко о главных темах последних 7 дней. 80 тысяч сеянцев сосны высадили люберчане в рамках акции «Наш лес». Акция «Здоровый город», приуроченная ко дню борьбы с алкоголизмом, прошла в Люберцах. Комплексное благоустройство дворов завершается в городском округе. Лучших журналистов Люберец наградили в рамках 11-й медианедели. Представители администрации подписали меморандум о сотрудничестве с мини-футбольным клубом «Спартак». Компания «Мегафон» презентовала обновленный бренд. Около 80 тысяч сеянцев сосны посадили люберчане в рамках акции «Наш лес». Для посадок был выделен участок площадью около 20 гектаров в поселке Октябрьский. Кроме того, деревья и кустарники сажали во дворах округа и на территориях образовательных учреждений. Как проходила масштабная акция, расскажут корреспонденты ЛРТ. Традиционная осенняя акция «Наш лес» с самого утра собрала люберчан на благое дело. Главная площадка сегодня развернулась вблизи Октябрьского. Только представьте, здесь на 20 гектарах земли высадят 80 тысяч молодых сосен. Мы студенты Гагаринского техникума, и мы приехали сюда посадить деревья. Сажать деревья – это очень важно, потому что они поддерживают экологию планеты, очищают воздух от грязных веществ. Сажать деревья – это очень полезное дело. Без природы мы тоже не будем существовать. Каждый в этот день может посадить свое дерево, поставить табличку о том, что он приходил, приучить к этому своих детей, родных и близких. Так что поздравляю всех с праздником, с этим замечательным днем. Побольше бы таких акций, чтобы люди собирались вместе все, сажали деревья, праздновали. Всех с праздником! Я думаю, пройдет лет 10, и здесь такая будет хороший такой сосновый лес. А думаю, через лет 15 мы, возможно, в нем будем собирать опята. Да? Даже не опята, а маслята. Маслята, да. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, то, что мы делаем, это хорошее дело. Это инициатива нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Я вам скажу, сегодня акция проходит по территории всей Московской области. И, конечно же, в эту акцию весомый вклад внесет и наш Люберецкий городской округ. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы искренне вам сказать спасибо, поблагодарить за участие. Это прекрасное мероприятие, которое объединяет людей хорошим и нужным занятием для нашей экологии, для нашей страны, для нашего подрастающего поколения. Это достойный пример, как нужно любить нашу родину реальными делами. И это оставляет память о нас всех. Это в первую очередь прививает любовь к отечеству, к родине. То есть общее дело мы делаем для нашей страны. Ну и совместно родители что-то делают со своими детьми. То есть пример показываем, что нужно беречь природу. Сажать деревья, чтобы лес стал больше. А деревья рубят, чтобы бумагу делать. Любишь природу? Да. Почему? Ну, потому что все красиво так, и воздух чистый, деревья делают. Если ты построил дом и завел семью, осталось правильно посадить свое дерево. А таких желающих сегодня тысячи. Среди них работники социальные, работники простые и талантливые скульпторы. Здравствуйте. Расскажите, что сегодня вы сделаете здесь? Мы делаем нашу жизнь лучше, а нашу землю богаче. И непосредственно наш Люберецкий округ будет еще больше в хвойных лесах. А вы впервые участвуете в акции? Нет, это уже второй год. Ну, до этого я посадил не одну сотню деревьев, но вот эта идея губернатора, она мне очень как бы на сердце легла. Приятно, чтобы
всем было хорошо, чтобы все дышали свежим воздухом. Мы приехали целой семьей. Нам очень понравилось, все было очень хорошо. Посадили много деревьев. Будем приезжать сюда лет через 20. И получили массу удовольствия? Да. Вкусно! Я говорю, хорошо. Где лучше, дома или тут каша лучше? Да? Тут тоже хорошо? Хорошо. Ешьте стоя, вон садитесь. Не-не-не, я покажу. Мы тут научились сажать деревья. Это мой первый субботник был. Круто. Расскажи, ты еще хочешь? И почему, зачем нам нужно беречь природу? Чтобы земля нам в ответ, что, ну, ничего не сделала плохое. Вкусная каша? Вкусная. А это ты потрудился и потом ешь, да? Да. Сколько деревьев сегодня посадил? Штук 17-20. Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет сегодня не только в Томилинском лесничестве, но и в черте городского округа. Сейчас мы находимся в сквере Победы в поселке Красково. Именно здесь в 9:00 глава округа даст официальный старт акции. Ожидается, что к ней присоединятся более 120 жителей поселка и посадят 50 деревьев. Ну что, мы видим, что уже все готово. Места для саженцев определены. Остается только дождаться участников акции. Замерзаешь такой, ходишь на футболке? Нет. Куртка есть у тебя? Есть. Ну вот, одевай куртку. Что ты это? Ты замерзнешь? Да? Вот. Молодец, хорошо. Все, первое дерево посадили. Давайте. Все. Еще. Давайте лопату. Копайте яму, вставляете саженец, засыпаете, поливаете. Все. Если повезло, оно будет расти. Объедем весь мир и вернемся домой. Ты Россия, одна у нас. Моя Россия, твои просторы, твои леса, поля, озера. Сияет солнце в небе синим. Люблю тебя, моя Россия. По традиции акцию «Наш лес» поддерживает общеобразовательное учреждение городского округа Люберцы. Сейчас мы находимся в 7-й школе. Здесь впервые пройдет акция «Вишневый сад». Новые деревья посадят бывшие выпускники, медалисты учебного заведения. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аганесяна Анна. Я выпускница 2016 года, и я очень рада присутствовать здесь. Вообще акция «Вишневый сад» очень оригинальная мысль. Я рада поддерживаю, с удовольствием поддерживаю. И каждый человек может оставить свой след. Каждый медалист высаживает свою вишенку. И таким образом у нас аллея славы, вишневый сад. Мы надеемся, что в перспективе вот этот школьный двор заполнится этими деревьями. И мы, проходя мимо этого двора, будем гордиться тем, что вот у нас такое поколение мы вырастили. Вот, хорошо. Так. Оп, теперь все, опускаем? Да? Нет, сначала, может быть, земелишки насыпем. Давайте. Давайте с удобрением. Она очень хорошая земля. Да, очень такая. Хорошая. Отлично. И удобрение отличное. Давайте, ставим. Спасибо большое. Вы прям мне сегодня день сделали. Сегодня это уникальное событие. Мы сегодня сажаем аллею медалистов. И происходит это на базе школы номер 7. И медалисты сегодня уже, которые окончили и высшее учебное заведение, и, в общем-то, давно выпустились со школы, с радостью пришли в свое родное учреждение с тем, чтобы своим примером, будущим медалистам, будущим выпускникам показать, что нужно, в общем-то, оставить о себе добрую славу и, конечно, посадить вишневый сад. Это просто прекрасно украсит и территорию самой школы, ну, а я уж не говорю о памяти, которая сохранится от этих ребят. С древних времен считается, что
что если человек посадил дерево, то он совершил добрый поступок. Ну что ж, сегодня благим делом занялись тысячи жителей городского округа. По традиции акцию «Наш лес» поддержали сотрудники ЛГЖТ. Мамед Кискинович, добрый день. Здравствуйте. Не первый год вы принимаете участие в этой акции вместе со своей командой. Скажите, какое лично для вас имеет значение участие в этой акции? Ну, лично мне, как для руководителя, имеет огромное значение, потому что мы выполняем, во-первых, областную программу ежегодно, во-вторых, пожелания жителей. Вот это самое главное. Мы уже каждый год по новым адресам, вы видите, сколько народу. Это вот те просьбы, которые до нас доводят наши жители, мы их выполняем по мере поступления. На этот раз мы решили по этому адресу. Толстого 14 дома здесь, корпуса и 14-16 и так далее. Поэтому значение огромное. Этот день вы запомните надолго. Да, и это дерево, да, будете дерево, говорить. Дерево не надо, как мы сажали. Да, вот. Это мое второе дерево. Второе? Ну, видишь, а сколько ты собираешься сажать за всю жизнь? Не посчитал? Ну, пытаюсь немного посадить. Молодец. Лес – это наша жизнь, которая... Она нас всю жизнь сопровождает. Как появился человек с тех пор, и он заботится об озеленении. Ну, на узел завяжи просто. Ой, я тоже хочу на узел завязать. Мы теперь сюда будем? Давай, нажимай, Тимур. Все. Мы посадили дерево.